Итак, сейчас мы произведем залаз в заброшенный спецраспределитель для детей. Говорят, здесь мучили детей. Сейчас вот мы это проделаем. Твоя очередь, дружище. Застрял. Корячится Евгений. Такой большой в такое маленькое отверстие. Ну да. Говорят, вот здесь мучили детей. Вот пика, блин, через которую, блядь, смотрели на детей. Охренительно, с ума сойти. Да, никто не знал, что здесь под полом есть непонятная дыра. Мы ее вскрыли. Ну что вот там, никто не знает. Мы туда, конечно, засадились сначала, пока не подготовились. Но там какая-то реальная нора. Ну-ка, на, держи фонарь. Но там не погреб, там какая-то непонятная нора. Ты посвети, пусть с ним. Ну, здесь надо рыть. Да, там пустота. Пустота, да. А дальше что? Пустота. Ход дальше есть? Ход дальше есть, вон он, да. Ну, вот он завален. Вообще завален? Завален, да. Ход большой, и пустота огромная. У меня пруд полностью проходит туда. Я сейчас попробую, вот я сейчас откапываю. Да. Лаз есть, вон он. Надо брать надо лопату и копать, короче. Пруд проходит полностью. Так что... очень интересно. Блять, мы походу нарвались на какой-то сквиз. Что это такое? Часть пальца. Ни хера себе. Ну короче, реально что-то откопали. У нас такое впечатление, что мы нарвались на труп. Уже костей его накидали. Это, по-моему, я так предполагаю, ключицы, что ли? А дальше лаз там есть, нет? Зашибись. Ну вот и гвоздики пошли. Гвоздики старые, кованые, блин. Хрена себе, блин. Ну вы правда гроб какой нашли. С ума сойти, блин. Под распределителем, блин, несовершеннолетних. Труп. Масса эти. Походу они об этом знали. Что заколотили этот лаз. Вот такие вот гвоздики. Блять, а вот это уже, короче, пиздец какой-то. Кто это, блядь? Какой-то оборотень. Ну, сейчас положу еще зубы. Нихера себе. Что это вообще такое? Это уже по-любому. А что это, блядь, такое вообще? Блядь, мы находимся в подвале какого-то нереального дома. И кругом какие-то, блядь, непонятные вещи, ё-моё. Сумасшедший день не спит.
дыхателем надо ходить. Может, здесь что-то так-то и есть. Мяу. Подвал серьезный такой. Ух ты, трип Мадрид. Ну-ка, а дальше что там? Там видал, блин. Что это такое? Глянь, вот это что это такое? Вот это вот круглое. Тарелка, что ли? Что это за хуйня? А, для ламп, наверное, да? Там, наверное, древняя хуйня какая-то. Пролезешь. Ну да, я тут, блядь, забетонировали. Кого там забетонировали? Бля, какие-то чудовищные бочки. Или что это вообще, блядь? Снова на парад? Какая-то печь, блядь. Или что это, блядь, вообще? Какая-то хрень нереальная.